здесь сейчас ждут какой-то вот этой хитрой передачи от Ткачева. Пошел на второй круг. Ткачев, и пас-то получился. Еще один бросок, и вот она залетает все-таки. Первый гол есть в этом матче. И классный кистевой бросок от Рида Буше. 1-0. И я бы сказал, что эту шайбу организовал Владимир Ткачев, который своей активностью заставил хоккеистов Агварса перемещаться, заставил их смотреть по сторонам и заставил их перестроиться. Вот на этом перестроении оставили одного на пятачке Шеребзянова, который, в принципе, уже после вот этого броска мог забивать. Но и Шеребзянов большой молодец, то, что не выключился из эпизода, подобрал шайбу и нашел на пятачке Рида Буше. Юдин не сумел каких-то 20-30 сантиметров не хватило Юдину для того, чтобы перехватить эту передачу. Ну, или если бы...